киевском клубе Google Bordello собрались украинские звезды шоу-бизнеса, а также спортсмены со всей Украины. Для того, чтобы отметить четвертый день рождения самой популярной станции виндсерфинга на всем Черноморском побережье – «Улет». Ведущими вечера стали Соломея Ветвицкая и Денис Холостенко. Все, кто выходил в этот вечер на сцену, уже знают, что это за удовольствие – катание на доске с парусом. Взагалі я така досить спортивна дівчина, можу себе такою назвати, оскільки я люблю активний відпочинок, я люблю кататись на лижах. Зараз от захоплююсь віндсерфінгом, сподіваюся, що він мені підкориться і цей спорт. Поздравить школу віндсерфінга з днем рождения прийшли і друзі школи. Виктор Андреенков, основатель школы, рассказал, что это мероприятие – еще один способ привлечь отдыхающих в Затоку. Мы хотели людям показать, что на Затоке можно не просто весело отдохнуть, а можно провести время с пользой, с пользой для здоровья, что в Затоке есть такой специальный вид спорта, как виндсерфинг, и, конечно же, виндсерфинг школы «Улет». Люди, раз вставшие на доску, уже просто не представляют себя вне виндсерфинга. О мероприятии и о любви к виндсерфингу корреспонденты телеканала «Бессарабия ТВ» узнавали из первых уст. Когда-то, может, еще недели две назад, я думала, что я и доска – это совершенно как полет в космос. Я встала на доску, упала всего лишь два раза благодаря замечательным тренерам «Улета». Меня пригласил Рома впервые. Это, можно сказать, словил просто как рыбку на крючок. Мероприятие очень фантастическое. На доске я не стояла, к сожалению. Но у меня теперь есть желание попробовать что-то в жизни новое. Спасибо, ребята, потому что действительно вдохновили. Что касается виндсерфинга, то Игорь даже хотел учиться какое-то время тому назад. Ну, это полгода. Когда зимой мы были на море, да, я действительно хотел попробовать, но почему-то там, по-моему, ну, что-то или ветра не было, или что-то не получилось у нас. В завершении программы гостям был презентован именинный торт, украшенный съедобным виндсерфом с марципановым парусом. Александра Чумаченко, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.